A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Я приветствую миром Господа Иисуса всех вас. Мы начинаем еще одно издание программы «Провозглашая вечное Евангелие». Добро пожаловать на нашу программу, которая создана Христианской Церковью Маранафа со всей любовью, заботой для вас и вашей семьи. Я хотел бы еще раз сказать, что основное прослание, проповеданное Господом Иисусом во время своего служения, указывало на Царство Небесное, а также на спасение, которое является единственным образом войти в наследие этого Царства. Тема «Небесное Царство» была центральной темой множества его притч и проповедей, и в частности семьи притч о Царстве, и все те, кто слышали его в тот момент, и также мы, те, кто слушаем сегодня, могли четко и ясно понять, что нам важно, что нам нужно, чтобы войти и жить в Царстве Небесном, в Вечном Царстве. Сегодня в рубрике «Заветы Маханаима» пастора Даниила и Сержио поговорят о четвертой притче о Царстве, притче о закваске. И они расширят наше понимание этой притчи, показывая нам, какая позиция восстает и для тех, кто имеет наследовать спасение. В рубрике «Работа с детьми, инвалидами» сестра Мария Мин поговорит о слуховом восприятии детей и также, как нам обращаться с детьми, у которых существует расстройство слухового восприятия. На уроке для музыки сестра Жанай Назумах научит, как играть вступление к псалму на клавишах. А на уроке для детей и подростков сестра Мария Талма поговорит о тему с детьми, поговорит о притче о закваске. А сейчас мы споем псалом, и после псалма смотрите рубрику «Заветы Маханаима». Этот мир не имеет мира твоего. Этот мир не знает, что такое любовь. Этот мир не знает, что такое счастье. И я тоже не знал, но однажды Иисус меня нашел. Иисус взял меня в свои нежные объятия.
и проговорил ко мне, рассказав мне о любви, которой я раньше не знал. Помог мне понять, что такое спасение. И тогда я открыл ему сердце мое. Только Иисус, только Иисус. Есть истинная любовь, которую может получить человек. Иисус принял меня в свои нежные объятия. Проговорил ко мне любви, которой я раньше не знал. Он помог мне понять, что такое спасение. И тогда я открыл ему сердце мое. Только Иисус есть истинная любовь, которую человек может получить. Это рубрика Завета Маханаима. Господь да благословит всех вас миром Господа Иисуса, пастор Сержа, мир Божий, пастор Даниил и возлюбленные братья и сестры. Каждую неделю мы приносим, рассказываем о новых, темах, открывая вам темы, которые мы изучаем, которые основываются на воскресной библейской школе и семинара Христианской Церкви Маранафа. Нам очень важно ваше участие, и вы можете писать нам по имейлу, который находится на экране, или можете приблизить камеру вашего мобильного телефона к QR-коду на экране, и откроется номер приложения WhatsApp, по которому вы сможете написать нам. Давайте упомянем некоторые из посланий, которые мы получили на прошлой неделе. Одно из них пришло из города Кариасика, штат Спириту-Санту. И получили это от сестры Луизы Елены. Она говорит следующее. Смотря программу, мы ощущаем заботу Господа Иисуса к нам, ибо учение секвенциальное и постоянное, продолжительное и служит для нас пищей для наших душ. Лаудир Казанова из города Белоризонти, штат Минас-Жерайс, написал: «Хочу засвидетельствовать, что мой тесть, он встретился с Господом Иисусом посредством программы «Провозглашай вечный Евангелие». Поэтому я прославляю Господа за эту программу. Аминь, слава Господу». На прошлой неделе мы поговорили о темах, притчах о царстве, которые написаны в Евангелии от Матфея в 13 главе. Это 13 глава Евангелия от Матфея упоминает 7 притч о царстве, которые Господь Иисус рассказал своим ученикам. И эти притчи, они знакомы всем, как притчи о царстве, ибо в каждом из них Иисус покажет несравненную цену, когда человек постигает, получает доступ к царству, но также показывает и оппозицию, которая восстает в каждой из этих притч. И очень важно, посему очень важно, чтобы все четко и ясно понимали, что такое Царство Небесное. И это отличается от Царства Земного. Настолько, что сам Господь Иисус сказал: «Царство мое не от мира сего, как
написано в Евангелии от Иоанна 18:36. Иными словами, Иисус, Он сделал ударение на том, что Царство Небесное, но превосходит нашу биологическую жизнь. Почему? Потому что биологическая жизнь продолжается лишь какое-то время, какой-то отрезок времени. В Царстве Небесном жизнь, она вечная. Это жизнь на веки и веки с Богом, всемогущим Богом, слава Господу. И также в Царстве Небесном, как написано в книге Откровения, главе 21, не будет уже смерти, ни плача, ни слез, ни боли. И по этой причине, возлюбленные, враг, он воздвигает столько препятствий, чтобы человек не смог получить спасение. И эта оппозиция, она также описана в притчах о царстве. Да, это истина. И когда мы смотрим Библию, читаем Библию, которая является Словом Божьим, мы видим, что с самого начала, начиная с книги Откровения, оппозиция, противление Царству Небесному всегда проявлялось в бунте, в виде бунта против проекта Божия. И это, обратите внимание, в течение столетий, тысячелетий, оно стало противиться, оно продолжает противиться. И начиная с первых дней церкви, оно противится проекту Божию в церкви. И эта оппозиция, она достигла и наших дней. И сегодня мы знаем ее под названием отступничество. Отступничество – это один из знамений приближения Царства Иисуса Христа, пришествия Господа Иисуса Христа, когда многие отступили от веры, как написано в первом послании Тимофею, последние дни. То есть момент, когда приблизится время пришествия Господа Иисуса, время вскоре, как мы знаем, Дух ясно говорит, что не отступят некоторые от веры. И поэтому очень важно, чтобы мы были внимательны в полноценном общении с Духом Святым и с Церковью. Для чего? Для того, чтобы не потерять веру, не утратить веры и благословения, которые мы однажды получили. Верная Церковь Господа Иисуса, она встречается, сталкивается с этой оппозицией и всегда встречала множество оппозиций. В особенности оппозиции против веры, истинной веры. Мы видим это с самого начала, с начала ранней церкви, первой церкви, чья история написана в книге Деяний апостолов. Итак, притча о закваске. Уже давайте начнем говорить на эту тему. И это центр нашей сегодняшней темы. И эта притча о закваске, она приносит нам пророчество об одном противлении, которое находится в этой притче о закваске. И это является очень обычным в наши дни. Это очень распространено в наши дни. Иную притчу сказал он им: «Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколь не вскисло все, то есть не взошло все». Итак, обратите внимание, что в притче все уже было готово для того, чтобы сделать хлеб. Хлеб уже, пшеница была уже отмерена, мука уже была отмерена. Но одна женщина пришла и внесла ингредиент, закваску, которая полностью изменила не просто само тесто, но и весь хлеб, конечный результат. И проблема в закваске на следующем. Хотя и она делает хлеб красивым, пышным. Вот посмотрите на иллюстрации, это очень пышно. Здесь вот хлеб с закваской. И на дрожжах он красивый такой, пышный. А
Хлебы без закваски, они более тоненькие, такие плоские, они поменьше. Посмотрите на внешний вид хлебов без закваски, без дрожжей, и хлеба с дрожжами. И давайте посмотрим о пророческом аспекте. В чем же проблема хлеба с закваской? Потому что закваска, она делает так, что тесто взбухает, оно становится большим. И Бог, он использует эту притчу в различных местах Библии, не только здесь. И Бог еще раз говорит то, что не должно войти в сердце верующего человека, в среду церкви. Закваска. Закваска говорит о всяком действии с духов злобы поднебесной, которые хотят внести в церковь идеи мирские, идеи антихриста, и заквасить, то есть, иными словами, забродить работу Духа Святого. Посмотрите, что написала нам сестра Мария де Фрейтас из города Домингс-Мартин, штат Эспириту-Санту. Зангел Мария де Фрейтас. Народ Божий не может смешивать Слово Божие с религией, с разумом человека. Есть множество учений, которые ложные, обманчивые. И даже те, которые хотят противостоять учениям, которые противостоят учениям о крови Иисуса и Слове, кровь и Слово. То есть оппозиция напротив этих двух элементов. Мы хотим напомнить, что, посмотрите, Евангелие от Иоанна, Откровение Иоанна 12:11. «И они победили его кровью Агнца и словом свидетельства». То есть это были оружие победы, это оружие победы церкви, это фундаментальные элементы для жизни и победы верной церкви. Но верующий, верный, он не отказывается от небесных ценностей, которые связывают его с Царством Небесным. И уже тем более он никогда не отвергнет правление Духа Святого в своей жизни. Господь Иисус показал в притче, что женщина, она взяла и положила закваску в 3 меры муки, пока не вскисло все. То есть закваска была положена не Богом, а человеческой рукой. И заквашенное тесто – это ложное учение, которое извращает истинную доктрину и влияет на поведение верующего. Ложная доктрина, пастор Сержио, о которой ты говоришь, это учение, это ложное учение, которое приходит из мира. И Господь Иисус предупредил нас о том, чтобы мы береглись этого. Иисус сказал со своим ученикам, он сказал Луки 12:1, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. То есть та же самая закваска, которая заквашивает тесто, она и испортит тесто. И есть другие рекомендации в Библии, которые показывают нам, которые утверждают, что верующий в Господа Иисуса должен быть чист от этой закваски. Мы можем увидеть, например, 1 Коринфянам 5. Итак, очиститесь от старой закваски. Очистите старую закваску. В жизни человека, в жизни верующего Иисуса не должно быть закваски зла и лжи, порока, лукавства. И мы хотели бы в этот момент сказать вам нечто. Если каким-то образом, если какая-то старая закваска, какое-то ложное учение, оно осталось в вашем сердце, вы должны очистить свое сердце. Очистите. Духовный, пророческий праздник, он не совершается с закваской, как мы уже сказали. Закваска, она вносит порок и лукавство. Церковь Господа Иисуса питается хлебом без закваски. Хлеб истины,
и искренности, который дается нам посредством действия Духа Святого. Закваска в этой притче, она была внесена в три меры муки действием женщины. И слово «женщина» в Ветхом Завете используется в различных текстах для того, чтобы быть прообразом неверной церкви, той, которая имеет Библию, она тоже говорит об Иисусе, но она не имеет посвящения истине Евангелия. И в этом тексте Иоанна 2:4 Господь Иисус говорит: «Сказал Иисус женщине, и женщина, что мне и тебе, не наступил еще час мой». То есть посвящение Господа Иисуса, оно с верной церковью, той, которая живет в послушании и верности. И эта верная церковь, которая в Новом Завете названа верной женой или невестой, той, которая сияет своей чистотой, она оправдана и омыта посредством силы крови Господа Иисуса, который есть вечный Агнец Божий. Жена, она не приготовит себя, она уже приготовила себя, как написано в книге Откровения, она живет в освящении, она живет в вере в Господа Иисуса, и она водима Духом Святым, и она ожидает своего восхищения, как мы можем прочитать в книге Откровения, глава 19, 7 и 8. И жена его уже приготовила себя, она уже готова. Ну, пастор Даниил, ты сказал насчет о чистоте, и это имеет отношение к весону. То есть весон — это чистый лен. Он говорит о чистоте и светлости, о посвящении. Во времена Моисея мы давайте посмотрим траекторию. Это путь хождения народа по пустыне. После многих-многих лет страданий в Египте народ израильский, он получил обетование от Бога. Около 400 лет они были рабами в Египте, и Бог воздвиг Моисея, чтобы он был освободителем народа. Они вышли из Египта посредством знамений, чудес. И Бог подтвердил, что он идет во главе этого народа. И они вышли, чтобы идти в землю, обетованную им Богом. И они шли, и Библия говорит, они ходили по пустыне около 40 лет. До того момента, как они не вошли в Ханаан, где они имели чудесное переживание, когда стены Иерихона пали перед ними. А теперь мы посмотрим, какое отношение имеет эта траектория и притча о закваске. Почему? Потому что Господь Иисус, Бог, повелел, чтобы в момент, когда народ изошел из Египта, выходил из Египта, чтобы они ели хлеб, пресные хлебы, без закваски. Все повеление Божие в прошлом, в отношении подготовки народа к исходу, оно не случайно. Это параллель, пророческая параллель исхода верной церкви в момент ее восхищения, которое произойдет в момент, когда Господь Иисус грядет. Обратите внимание на комментарий, который мы получили от брата Лорана Дисоза из города Эмуре, штат Минджерайз. Верная церковь, она пребывает в общении тела, в учении, в чистом учении Отца и в подготовке к восхищению. Аминь. Во времена Моисея, в момент, когда народ израильский исходил из Египта в сторону обетованной земли, что Бог повелел им? Чтобы они ели агнца, испеченного на огнях, хлебы без закваски и горькие травы. И
хлеб, пресный хлеб и агнец запеченный, они приправлялись горькими травами. И пророчески есть направление для верной церкви, но то же самое, начиная с опресноков, с хлебов, без закваски. То есть верующие, питание верующее должно быть Евангелие Господа Иисуса без примесей. То есть чистое, открытое Слово Бога, Божие, открытое нам Духом Святым. Иисус есть живой хлеб, который сошел с небес. Иисус есть центр спасения человека. И более, идущий этот хлеб живой, этот хлеб без закваски, он будет жить вовек, в вечности с Богом. Другой элемент, момент исхода из Египта, это был агнец, испеченный на огне. Агнеца нельзя было есть недопеченного, или то есть сырого, или сваренного в огне. Но нужно было есть его полностью, голову с ногами и внутренностями. То есть этот агнец из прошлого, который пророчески говорит о Господе Иисусе, который есть агнец Божий. Иисус есть Слово Божие. Мы должны жить Его полностью. Мы не можем избирать для себя одну часть Библии или другую и отвергать остальные части. Нет, мы должны есть агнца полностью, целиком. Верная церковь, она живет этим переживанием. Переживанием смерти и воскресения Господа Иисуса. Агнец, запеченный на огне, это пророческий прообраз Библии, которая полна, полной Библии при действии откровения Духа Святого. Есть голову, они должны были есть голову, это было повеление Божие. Говорит о том, что правление церкви, глава церкви Господа Иисуса Христа, оно не от человеков, это правление Божие. Иисус есть глава церкви. Ноги возлюбленные говорят пророчески о том, что жизнь, путь, путешествие верующего должно быть как? Должно проходить пережитое в Евангелии Господа Иисуса Христа. А внутренности, то есть внутренние части, внутренние органы пророчески указывает на то, что является чем? То есть это общение верующего, это общение в теле Христовом, в церкви, в верной церкви. Посему, возлюбленные, спасение и благословение уготовлено лишь для тех, если верующий в Господа Иисуса будет жить в общении с церковью и с Духом Святым. И еще был другой элемент, который завершал этот пир, момент перед исходом народа из Египта. Это были горькие травы. Что это такое? Это пророческий прообраз проблем, битв и испытаний, которые верная церковь проходит, которые мы проходим, как члены церкви Господа Иисуса. Это великие проблемы, это великое противостояние, но церковь, она побеждает кровью Иисуса Христа. Но, пастор Сержу, в момент, когда они отмечали Пасху, последнюю вечерю, когда Господь Иисус совершал со своими учениками Пасху, Он заместил, Он обменял горькие травы на чашу с вином, ибо Он принимал на себя всю горечь креста и заменял ее на чашу спасения, радость спасения. И мы, как церковь, проходим через проблемы, через испытания, но у нас есть радость спасения, Дух Святой. Почему? Потому что Господь Иисус пролил свою кровь ради нас. Слава Иисусу! Хлеб с закваской, он больше по размеру, он пышнее, но это лишь внешний вид. Закваска, она не питает человека, но хлеб без закваски, он лучше. Почему? Потому что это Слово Божие, чистое и истинное.
Господь Иисус есть хлеб живой, живой, сходящий с небес, истинное пропитание для души человека посредством Его Слова, открытого Слова, благодаря действию Духа Святого. Маранафа! Господь Иисус грядет. Слава имени Господню. Хотели бы напомнить, что наша воскресная школа транслируется каждое воскресенье на нашем канале на Ютубе. Каждое воскресенье 10 часов утра по бразильскому времени, а также в церквях, которые уже открылись. Продолжайте смотреть наши программы и последующие рубрики. И на следующей программе темой будет притча о сокрытом сокровище, спрятанном сокровище, которое написано в Евангелии от Матфея, главе 13, стихе 44. И мы поговорим об учении, которое эта притча говорит о спасении. То есть я приглашаю всех вас. Присылайте нам ваши комментарии, присылайте нам ваши изучение, и это вы можете сделать это посредством QR-кода, который находится на экране. Приблизьте камеру вашего мобильного телефона, откроется номер приложения WhatsApp, вы можете читать Слово Божие, изучать, молиться и прислать нам ваше послание. Участвуйте, братья, сестры, пишите нам, очень важно ваше участие, ваши комментарии. Далее я приглашаю всех, давайте услышим и споем все вместе псалом и в молитве поклонимся Господу и прославим Господа. Мир Божий всем вас. Мир Божий. Приди, Христос, и наполни чашу мою. Утоли жажду души моей. Хлеб жизни, приди и накорми меня. Приди и чашу мою переполни. Слава Иисусу, да будет прославлено имя Господне. А как ваше сердце? Вы уже полны благословений Господней? Или вы жаждете пережить истинные переживания с Господом? Наша цель нашей программы, она в том, чтобы привести вас и принести вам то, что Библия, Слово Божие говорит нам, показать вам чудесные ресурсы для этой жизни и как идти путем спасения к вечной жизни. А теперь давайте поговорим о работе с детьми, с различными отклонениями в развитии. Мы говорим на эти темы для родителей, учителей, тех, кто сталкивается с детьми, с различными расстройствами в ежедневной жизни. И сегодня сестра Мария Амин, она поговорит на тему слуха и развития слуха. И как дети, у которых есть примеры, у которых есть расстройство слухового восприятия, и как учителя и родители могут помочь им. Мир Господа Иисуса, возлюбленные, давайте продолжим нашу работу с детьми, с различными расстройствами. И сегодня мы поговорим на тему слуховое восприятие. Слуховое восприятие – это способность воспринимать и понимать звуки и различные различия между ними. И то есть это не просто голос, но также другие звуки. То есть все, что я слышу, я понимаю. Почему? Потому что в этот момент в мозгах происходит процесс. И
сам процесс, он отличается от просто самого слуха. То есть слух — это когда я слышу или нет, хорошо или плохо, а процесс слуховое восприятие происходит лишь если я имею хорошее развитие слуха. И то, что происходит в нашем мозгу, это и есть процесс восприятия звука. У детей, людей с проблемами восприятия слуха, они будут иметь трудности. Например, на служении мы поем псалмы или псалом играет во время проповеди. Иногда музыканты могут играть немного громче, и люди с проблемой восприятия слуха, они будут иметь сложность понять, о чем говорит пастор. То есть они не смогут также следовать инструкциям и также воспринять, откуда исходят эти звуки. Также это расстройство, оно дименсональное, то есть оно может быть в легкой форме или в сложной форме. То есть чем сложнее форма, тем больше трудностей будет у ребенка или человека, в аспектах которых мы уже поговорили. Также будет зависеть от чего? От того, то, что мы сможем помочь. Это будет интенсивность самого расстройства, а также осложняющих. То есть у человека может быть просто расстройство слуха, или оно может быть ассоциировано с другими расстройствами. И это будет изменять то, как мы сможем помочь такому ребенку или человеку. То есть давайте поговорим просто о восприятии слуха, о проблемах восприятия слуха. То есть мы должны обязательно наставлять наших детей, упрощать наше объяснение. И также спросить у ребенка, понял ли он. То есть процесс расстройства, он такой. Ребенок слышит, но он не воспринимает. То есть он не может понять. Не потому что он умственно отставал. Нет, потому что он просто, у него не развито восприятие слуха. И также в церкви, например. Есть церкви, которые играют псалмы немножко громче. Вы можете поговорить с пастором и попросить, чтобы пастор попросил музыкантов сделать немножко тише звук. А также избегайте сажать детей рядом с колонками. В момент, когда проповедник или тружник, он попросит стих какой-то из Библии, можете повторить этому ребенку этот стих и помочь ему. Также найти стих в Библии. Но самое главное, повторите ребенку, чтобы ребенок мог услышать и понять. И после служения, если вы знаете, что ребенок, у него есть проблема с восприятием слуха, вы можете также ему еще раз пересказать проповедь, суть проповеди. Это простые действия, ну, которые могут сделать разницу, произвести разницу. Как вы можете, откуда вы можете узнать, имеет ли ребенок расстройство восприятия звука? Обычно такие дети, они спрашивают, что? Ничего не понял, скажите еще раз. То есть это люди, которые обычно просят повторить одно и то же, то, что уже было сказано. Иногда родители, они уже знают, что ребенка расстройство, и они могут предупредить учителей. Это еще даже лучше, потому что поможет. Но если родители не знают, вы можете будьте внимательны, как учителя. Иногда вы спрашиваете что-то в отношении урока, и ребенок не знает ответить, не может ответить, о чем вы говорите, что вы спрашиваете. То есть ребенок немножко потерянный в этой теме. Я знаю, что это очень новая тема для всех нас, наши учителя даже еще не слышали об этой теме. Но если вы будете иметь какие-то вопросы, сомнения, можете писать нам по имейлу, который находится на экране, и ваши вопросы. И мы с нашей группой преподавателей, мы поможем вам. И мы продолжаем изучать псалом, который называется «Расположившись на траве, счастливая овечка». Тетя Жанаина, она не дает вам расслабляться, да? Сегодня мы будем изучать вступление к этому псалму для клавишников или пианистов. Давайте, берите свой инструмент, давайте учиться. Приветствую вас, дорогие мои, мир Господа Иисуса. Мы занимаемся дома, и я приглашаю вас, присылайте вам свои видео,
переживаний. Можете сыграть псалом, который вы уже умеете играть, или псалом, который мы изучаем. Для нас это будет большая радость. И сегодня мы поговорим об одном ребенке, Даниэла из города Бузио, штат Рио-де-Жанейро. И она расскажет нам. Давайте послушаем. Мир Господа Иисуса, тетя Женаина. Когда я изучала ответ на воскресную школу, я видела, что это было очень трудно. Но я начала изучать. Я прочитала вопросы, поняла, что мое сердце – это хорошее, почва и зерно, которое упало, это пшеница. Но когда мы говорили об этом на уроке Вечной Евангелия, то Господь, Он напомнил мне, что мы не можем сдаваться, и нам встретится оппозиция. Когда мы говорили про царя Давида, и Господь, Он напомнил мне о том, что мы не должны сдаваться и быть как Давид. И я тогда поняла и ответила на вопрос. Мир Божий. Эстер из города Пиньеро, штат Эспирито-Санто. Самуэл Нето из города Катагуази, штат Минас-Жерайс. Николас Брито из города Вилавеля, штат Эспирито-Санто. Эспирито-Санто. Это малышка Лариса из города Илья дас Карейрас, штат Эспирито-Санто. Аллилуйя, слава Господу! Давайте продолжим изучать упрощенное вступление к псалму. Лежит на траве счастливая овечка. И на этот раз поговорим с нашими клавишниками. Давайте посмотрим на цифровки и положение аккордов. Мы уже знаем, что аккорд, инвертированный аккорд ми-мажор, цифра Е, то есть буква Е, и мы уже знали, уже изучили псалом ля-мажор, то есть это буква А. А сегодня мы узнаем с вами аккорд фа-диез-мажор. Вот, посмотрите, вот это F и диез, фа-диез. Фа-диез, ля-диез и до-диез. А также аккорд си-мажор. Буковка у нас B. И давайте посмотрим, какие нотки. Фа диез, си и ре диез. А теперь мы посмотрим на положение нашей руки на клавишах. Соль, ми мажор. Фа диез мажор. Фа диез, ля диез и до диез. Ля мажор. Это ля, до диез и ми. И си мажор. Это фа диез, си и ре диез. А теперь давайте посмотрим на нашу партитуру. Мелодия написана вот здесь. Вот. Так же, как мы научились для мелодики. И наши пальчики те же. А что? То поменялась эта цифровка, которую мы поставили здесь вот правильно, в самом начале, на первую сильную долю. Давайте посмотрим. Си, соль, до, ля, диез, ми, ре, до, си, ми, ми, фа, соль.
Я хочу вам напомнить, что вот эта последняя нотка, если вы не будете петь, то вы можете задержать эту нотку соль целый такт. А теперь давайте я вам сыграю медленно, чтобы вы могли понять. Видели? Хорошо, давайте договоримся, что вы будете заниматься дома, чтобы мы пели, смогли спеть и играть вместе с псалмом. Лежит на траве одна счастливая овечка. Рядом со своим пастором она отдыхает. В тихих водах она утоляет свою жажду. Зеленая трава ее пропитание. Овечка никогда не покидай своего загона. Ибо здесь добрый пастырь заботится о тебе. А в мире лишь печали, войны. Иисус есть радость, истина и мир. И когда тьма сгущается над миром, то Искуситель, он пытается помешать нам. Но Иисус принимает тебя в свои объятия, о овечка, чтобы ты смогла наследовать жизнь вечную. Овечка, никогда не оставляй своего стада. Ибо здесь добрый пастырь печется о тебе. А в мире лишь печали, войны. Но Иисус есть радость, Он истинный мир. Вы знаете, как делать хлеб? Наверное, вы уже слышали, что его делают из пшеницы или из муки, пшеничной муки. Я делала эти фотографии, когда мы ездили на юг. Но есть другой элемент, который изменяет составляющие хлеба. Это закваска или дрожжи. Сегодня уроки для детей и подростков. Учитель Андрея там поговорит о притче, которую Иисус рассказал, чтобы прояснить нам, что мы не должны позволять входить в свою жизнь, чтобы не изменить проекта спасения. Приветствуем всех миром Господа Иисуса, в особенности наших детей и подростков. Приветствуем миром Иисуса. Мы с вами изучаем 7 притч Царства, когда Господь Иисус наставлял своих учеников и толпу. Он рассказал притчу о закваске.
Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, главу 13, стих 33. Так говорит нам Слово Божие. Другую притчу рассказал он им. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Аминь. Вы уже видели, как кто-то делает хлеб? Человек или мама, или бабушка, она берет много муки и кладет немножечко дрожжей. Почему? Потому что немножко закваски или дрожжей заквашивает все тесто. Ну, закваска, она дает какой-то вкус? Нет. Закваска, она лишь придает внешний вид. Она заквашивает тесто. Она дает ложный рост этому хлебу. Посмотрите на вот здесь, вот в этом хлебе, есть закваска или дрожь. Когда Господь Иисус рассказал нам эту притчу, Он хотел научить нам чему-то очень важному. Он сказал, женщина взяла и положила закваску в 3 меры муки. Посмотрите, она взяла чуть-чуть закваски, положила в 3 меры муки. Похоже, что это что-то хорошее, но это не так. Знаете почему? Это нехорошо, потому что в те времена люди делали хлебы пресными. То есть в пресном хлебе нет дрожжей. Хлеб, он не был такой красивый, но он был плотной едой, которая питала. А закваска, она помогала хлебу вырасти, но она не питала, так как хлеб без закваски. Какой же хлеб лучше, с закваской или без закваски? Посмотрите, хлеб без закваски. Лучше это хлеб без закваски. Почему? Потому что хлеб без закваски, он питает человека. Хлеб без закваски для нас – это прообраз Господа Иисуса. Пророк Исаия сказал, что Иисус не имел ни вида, ни величия. Он не был красив видом, чтобы мы желали его. Поэтому Иисуса сравнивает с хлебом без закваски. Хлеб без закваски, он лучше, потому что в нем нет никакой примеси. Он чистый. Иисус, живой хлеб, сошедший с небес. Он Слово Божие, которое не нуждается ни в какой примеси. Это Слово, открытое нашим сердцам посредством Духа Святого. Иисус, Он хорошая, плотная еда для нашей души. Лишь благодаря Иисусу мы будем силен, чтобы продолжать идти по пути. Мы идем в небеса, ведь так? А вы знаете о том, что Господь Иисус был послан Богом Отцом, и Он оставил нам Своего Духа Святого, чтобы направлять нас в этом мире. И это и есть присутствие Троицы Господней, это Отец, Сын и Дух Святой, совершенная работа, которая преображает нашу жизнь, дает нам вечную жизнь. Итак, Господь Иисус хотел научить нас, что 3 меры муки было достаточно, не нужна была закваска. То, что мы получаем от Отца, от Сына и Духа Святого, приносит нам благо, укрепляет наше сердце и всю нашу жизнь. Мы не нуждаемся в закваске. И закваска, она представляет собой учение, которое не приходит от Бога. Сегодня многие говорят об Иисусе, но они не имеют спасения. Многие говорят, что они даже верующие, читают Библию, но это лишь внешний вид. Это движение, нет рождения свыше, жизни не преображены силой Божией. Давайте будем осторожны, ибо многие изменяют Слово Божие. Посмотрите, какое сердце, и сердце пусто. Да, работа Духа Святого, она не имеет внешнего вида, она не привлекает толпы, ибо в ней мы не делаем нашу волю, но волю нашего Господа. И вы, те, кто изучаете Слово Божие, смотрите, чтобы грех, ложь и обман не входили в ваше сердце. Давайте каждый день питаться живым хлебом, Господом Иисусом. Этот чудесный хлеб укрепляет нашу душу, наш путь в небеса. Мир Господа Иисуса всем вам. Иисус Христос есть путь. Он наш наставник.
Он спасает всех тех, кто уповает на Его любовь. Иисус Христос есть путь, Иисус Христос спас меня. Я был спасен по благодати, которую Он даровал мне. И у нас будет еще один семинар, который будет транслироваться по нашему каналу на YouTube. И мы приглашаем вас в этот раз. Наш семинар произойдет в субботу, 4 сентября, в Маганаиме и Спириту Санту. И он будет транслироваться с 2 часов до 16 часов на нашей платформе на YouTube. Можете смотреть через мобильный телефон, через ваш таблет или на нашем компьютере. Запрограммируйте и не пропустите в субботу, 4 сентября. А сейчас я хотела бы задать вам вопрос. Вы уже писали нам на программу. Мы ждем вашего участия. Мы хотим знать ваше мнение в нашей программе. Пришлите нам ваше послание, ваш опыт, переживания. Нравится ли вам? И важность всего того, что вы видели, услышали здесь, в нашей программе для вашей жизни. Достаточно лишь приблизить камеру вашего телефона к QR-коду на экране. Вы скажите нам, что вам больше всего нравится. Мы будем рады слышать ваше мнение. И в этот момент хотел бы напомнить о важности этой программы. Мы не пытаемся создать развлекательную программу по телевидению. Мы исполняем миссию, которую сам Господь Иисус дал нам, который повелел нам нести это послание в ваше сердце. И это было не просто не ошибка, что вы смотрели эту программу. Господь хочет говорить к вам в ваше сердце. И я хотел бы задать вам вопрос. Вы уже смотрели наше богослужение, вы уже знакомы с церковью Маранафа, уже пережили встречу с Господом Иисусом. Первое, я хотел бы напомнить, что адреса церквей в Бразилии, за рубежом можете найти на нашем веб-сайте, который находится на экране в этот момент. Вы можете выбрать также язык. Также для тех, кто живет на территории Бразилии, у нас есть прямой канал, по которому вы можете позвонить нам 0800 707 3076. Вы можете обратиться к нам по этому каналу. И этот канал для всех тех, кто еще не является членами церкви, христианской церкви Маранафа, но нуждаются в слове от Господа, в молитве. И также мы имеем наши каналы в социальных сетях. Вы можете узнавать о нас через наш веб-сайт или наш канал на YouTube. Также можете загружать наше приложение и узнавать больше о нас и о Слове Божьем. Смотрите, слушайте наши публикации, еженедельные публикации в социальных сетях. А сейчас хотел бы напомнить вам, приложение «Радио Маганаим» вы можете слушать псалмы и подкасты 24 часа в сутки и делиться линками этих подкастов с вашими родными и друзьями. На этом мы подошли к концу этого издания программы Христианской Церкви Маранафа «Провозглашая Вечное Евангелие». Не забывайте, каждое воскресенье в 10 часов утра по бразильскому времени на нашем канале YouTube вы сможете смотреть воскресную библейскую школу. А на следующей неделе, если Господь позволит нам, мы снова будем вместе на еще одном издании программы Христианской Церкви Маранафа, провозглашая Вечное Евангелие. Маранафа, Господь Иисус грядет. Аминь.